такое междугороднее-то? Мы же в Екатеринбурге же. А что надо сделать? Выставить или рапорт написать? Сколько еще раз вас? Ты за что ты задержан? А? За что задержан? Подозреваю в краже номеров. Совершались преступления? Ну, Лузин общался со всеми и дергал номера, срывал. Где? В разных районах города. Когда вы начали заниматься? Чуть больше недели назад я деньги только получал и отдавал. Сколько денежных средств необходимо было заплатить потерпевшему за возврат своего государственного регистрационного знака? Ой, ну это Лузин решал, он сам по номеру судил. От 500 и до 10, до 70 тысяч. А на какой автомашине вы передвигались по городу Екатеринбургу? Пыш 308. Еще раз повторите марку. Peugeot 308. Какого цвета? Темно-синее. Темно-синее. Сколько, на протяжении какого времени вы занимаетесь этим? Ну, я только что сказал, чуть больше недели. Чуть больше недели. Откуда знаете Лузина? Давно уже, лет 5 знакомы, 6. Учились вместе. Учились. Сколько заработали за время совершения преступления всего денежных средств? Я не знаю, через Лузина все деньги. Контроль денег у него был. Вы это получали свой процент? Ну, пока что еще нет. А сколько он пообещал вам за... 50%. 50%? Нет. Примерно сколько всего вы госномеров сняли совместно с Лузиным? Да, ну порядка 20-30. А на территории ЖБИ сколько сняли? На территории ЖБИ? Ну я не знаю, там трое, там еще один был. Кто еще один был? Там еще с нами кто-то был, его знакомый. Лузина знакомый? Да, вот они снимали. А вы что делали? Просто катался, в основном. Ну я еще помог им. Не хотите ничего гражданам сказать? Ну, простите. А вернули сколько номеров? Вернули? Каждому. А как возвращали их? Ну это Лузин всем этим занимался. Те, кто оплатил, он отдавал номера всем. Всем, кто заплатил. Он рассказывал, как их отдал? Он, да. Так он подкидывал. То в одно, то в другое место. То есть откуда снимал, туда и подкидывал? Ну как, сняли в одном районе, в том же районе и скинули. Либо под мостом, либо за остановкой, либо еще где. То есть после получения денег? Да. Всем остальным, кто тоже не оплачивал, тоже номера возвращались в 70% случаев. А откуда узнали о таком способе заработка? Я, мне предложили, я согласился. Но он не говорил, его научил кто-то или в интернете информацию? В интернете нарыл. Он там видел в интернете, что за это уже задерживали? Я не знаю, мне ничего не говорит. На меня посмотри. Но явку-то будешь писать с повинной? Больше так не будешь?
И отчество? Юрьевич. Актуалер, может, это почти безнаказанно. Как почти? Ты же здесь. Ну, по сути, два слова для государственного имущества, не больше 300 рублей. Уже уголовки. Соответственно. Машины стрелы, магазин СНД, а то тоже этим особо не пахнет. Совестно оставить ему деньги тут приводили. Совестно. Если ты здесь сидишь, значит уже есть. Ну это уже на принцип пошли. Решил то-то, то-то. Схема, как было проведено все это. Ты что, езжай? Не начальник. Да. Все сейчас. Вы закончите с ним сначала. Руки занимаются у него этим. Сначала месяца. Еще. Конечно, долго здесь. Ну что, до вечера все-таки. Выжил? Давай звони. С первого, с того начнем. Знаешь, как город настроился? Конечно, им сегодня уже звонят такие. Люди, ну как так ты без нас? Ну, извините, ребята. Моя работа. А, ты на чего позвонил? Место рождения. Запорожье. Что? Запорожье. Живешь? Живешь, да? Левую руку воды. Не дави. Большой палец. Воды. Информации. Маленький. Сейчас. Он должен был в суд ехать еще. Людей забирать. Данные государственные регистрационные знаки были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов 22 числа. Ранее они были похищены на территории микрорайона ЖБИ с автомашин потерпевших, которые возвращались за денежное вознаграждение. Да, если кто-то опознал свои номера, могут обратиться по их возврату в отдел полиции номер. Редактор
меня подставляет, лишь не дает, Я тут хриплым голосом, это алкоголь какой-то. Ночь 16 на 17 обнаружил пропажу передних номеров регистрационного знака на личном автомобиле. Так как нужно было выходить на работу, своевременно не смог обратиться с заявлением в милицию. На работе на следующий день буквально узнал от коллег, что, так сказать, злоумышленники пойманы и оставлен контактный телефон, чтобы как бы, по всем вопросам можно обратиться по нему. Но так как я проживаю в близости от отделения полиции своего, то просто пришел, вот, и сразу сообщили, что номер найден, что могу забрать буквально на следующий день его. Все, хотелось бы отметить оперативность, четкость выполненной работы с полицией. В представленных номерах есть ваш госномер? Да, мой номер М769СР, 70-й регион. Вон дом, номер дома сними. Красиво. Он же если с нами работает, он же знает, что у нас только самые реальные дела. 20 мая в отдел полиции номер 2, это Кировский район, обратились несколько автолюбителей с заявлениями, в которых говорится об хищении с их автомобилей государственных регистрационных знаков. Сами знаете, какая была огласка в средствах массовой информации по этому поводу. Хочу сразу сказать, что до этого случая, где-то на протяжении месяца, уже были аналогичные факты, тоже кража регистрационных знаков. Значит, нами проводилась большая и кропотливая работа. Изначально, где-то в апреле месяце, в поле зрения попала группа молодых людей без определенного рода занятий, скажу сразу, что с виду достаточно обеспеченные, передвигались на иномарке, и в нескольких случаях эта машина была замечена, после чего у автовладельцев пропадали регистрационные знаки. Как я уже сказал, в результате проделанной работы нами была эта группа установлена в полном составе, это 4 человека. Впоследствии они дали признательные показания. Данные лица оказались начала 90-х годов рождения, нигде не учатся, не работают, ранее не судимы. Значит, в некоторые номера удалось нам у них обнаружить. Также в ходе обыска были обнаружены принтер, на котором печатались те записки, которые оставляли они на лобовых стеклах у автовладельцев с просьбой перевести энную сумму денег, тогда эти номера им будут возвращены. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье вымогательства. Работа нами продолжается. Я думаю, что мы установим их причастность не только к тем преступлениям, которые, я сказал, были в апреле и мае, но и в прошлом году у нас были хищения аналогичным способом. То есть по результатам мы общественность проинформируем.